Привет, с вами снова Таня. Это проект MyWay Женская Лига. Вы часто спрашиваете меня, что делать при срыве с диеты. Я бы хотела немного раскрыть эту тему и вернуться к ее истокам. В вашей жизни что-то произошло, и в силу этих событий вы решаете что-то изменить. В данном случае сесть на диету. В первую очередь уделите себе внимание. Станьте перед зеркалом, желательно во весь рост. Посмотрите на себя, посмотрите, что вы хотите изменить в себе. Убедитесь, что ваше решение не было импульсным и не было вызвано влиянием внешних факторов или навязыванием стереотипов. Когда решение было принято, ставьте перед собой реальные цели и запреты, что очень важно. Например, у меня есть 50 дней, чтобы сбросить 5 килограмм. А такие варианты, как похудеть, скинуть пару килограмм, чуть-чуть убрать живота, скорее всего, приведут к очередному срыву. Найдите в интернете несколько фотографий, соответствующих вашей цели, а лучше нарисуйте сами. Разместите их на самое видное место. Как вы знаете, мысли имеют свойство материализоваться. Определив для себя точные цели и запреты, оградив себя от негативных внешних факторов и соблазнов, приступайте. Как только у вас появится желание нарушить хоть один из запретов, остановитесь на несколько секунд и вспомните, ради чего вы проделали такой долгий путь.